Хочу вам рассказать про наш средний цилиндр с белой цитрарией. Вот он. Вот такая здесь большая пластовая крона цитрарии. Сейчас она в сухом состоянии. Я обязательно опрыскаю, покажу вам, когда она распустится, какая будет цитрария в политом состоянии. Цилиндр будет такой зеленый, более пышный, листья раскроются, и где-то через 6-8 часов назад они закроются. Как видите, высота этого цилиндра, самого цилиндра 10 сантиметров, и еще примерно 5-6 сантиметров сама белая цитрария. Очень хорошо это изделие подойдет для прикроватной тумбочки и для рабочего стола. Оно не займет много места, так как диаметр самого круга всего 7 сантиметров, хотя выглядит оно более пышным, более крупным за счет того, что крона цитрарии сама по себе больше, чем цилиндр в диаметре. Вот так вот я его опрыскиваю. И сейчас потихоньку листики начнут раскрываться. Как видите, в политом состоянии она стала такая более зелененькая, а вот эта часть осталась белая, как и была, потому что я эту часть не опрыскивала. Для чего нужен цилиндр? Цилиндры очень хорошо смотрятся в современных интерьерах, очень хорошо будет смотреться в интерьере стиле лофт. Их часто дарят руководителям, часто дарят сотрудникам, особенно людям, которые работают в офисе, потому что, к сожалению, нет много места на рабочем столе, но хочется иметь маленький живой уголочек, маленький островок прямо вот рядом с собой.